Всем привет, с вами Илья. Мультсериал «Ниндзяго» подошел к своему финалу. 16-й сезон «Кристаллизованный» является последним. Более 200 серий, 2 спешла, мини-эпизоды, большое количество наборов, журналы и игры, которые выходили на протяжении всех 11 лет, составляют историю «Ниндзяго». Конечно, трудно осознавать, что мультсериал «Ниндзяго» подошел к концу, но вспоминая приключения ниндзя, борьбу, сражения между добром и злом, светом и тьмой на протяжении всех 11 лет, я понял, что это достойный финал «Ниндзяго». Хочу сказать спасибо создателям «Ниндзяго» за то, что они сделали, то, что они подарили нам. Будет ли как-то продолжаться сюжет «Ниндзяго» в 2023 году и в последующем, вне мультсериала пока нельзя сказать, мы узнаем об этом позже. Так что будем ждать, как будет развиваться серия «Ниндзяго» дальше. «Ниндзяго» можно назвать легендарной серией «Лего», и для меня она является самой лучшей и самой любимой. Начиная с 2011 года, с ее основания, когда я только начал ей увлекаться, она оказала на меня большое влияние, и это то, чем я жил и живу по сей день, то, чем я интересуюсь, то, что меня вдохновляет, это то, что мне нравится. Я рад, что «Ниндзяго» появилась в моей жизни. «Ниндзяго» в моем сердце. Да, я посмотрел 16-й сезон «Ниндзяго» и хочу сказать, что он мне понравился. Я в восторге от того, каким он получился. Спасибо, «Ниндзяго». «Ниндзяго»!